возле станции метро Селигерская. Вечером 29 июня 2020 года. Вот так у нас в конце июня. Оживленно. Вот ТПО Селигерская строится. Вот так выглядит с земли. Вот как заметно подросла стройка. Я стою в районе Западной Дзигунина, северного округа города Москвы, столицы. Здесь район Западный Дзигунина, через дорогу район Бескудниковский, где строится транспортно-пересадочный узел, и где станция метро Селигерская. Вот она, наша замечательная. А я сходила в торговый центр. Селигер-Сити виден, дом Репин виден. 45 этажей, 39, 33, 39. Сходила я в Эксель, купила продукты. Вот мои продукты. Да. Опять. У нас хлеба не купила много, не могу без хлеба жить. Да, хожу за хлебом, вот в наш Эксель. Вот этот белый там выпекается. Хлеб вкусный, мне нравится. Да. Ах, ах, какой вид. Какой вид удали. Много домов отстроено новых. Еще недавно там пятиэтажные дома стояли. А сейчас ни одной пятиэтажки нет. Вот такие красивые стоят. Вот дом по реновации отстроили, заканчивается. Возведение. Возвели, но ремонт. Внутренние работы. Вот рядом с пятиэтажным домом, который снесут. Вот это ТПУ наше. И вот с той стороны много пятиэтажных домов. Много. Будут тоже сносить. Люди получат новые. Квартира в новом доме. Ах, какой закат солнца. Красивыми облаками. Вот такой закат солнца сегодня. Сегодня умеренная погода была, 22-23. Не очень жарко. И вот ожидается повышение температуры вновь до 30. Ах, какой закат. Да, иду домой. Вот магазин что-то.
Похоже, не будет больше работать. Или перепрофилируют. Был такой Феликс. Мебель для дома. Хороший был магазин. Я там компьютерный стол покупала. Много лет служит. Самый дорогой купила. А, да, вот здесь она стала. Вот как хорошо сделали ступени. Еще раз покажу сюда свои покупки. Там кефир, кофе, конфеты. Да. Я когда снимаю, вот так вешаю здесь. Удобно. Да, здесь Коровинское шоссе, вот там Дмитровское шоссе. Вот там оживленное Дмитровское шоссе, парк Федорова здесь. Зеленый зонт у нас. Вот такое движение там. Мне очень нравится это место. Оно такое оживленное. Я люблю перекрестки. Мы как-то это наш дом на родине. Стоял на перекрестке дорог. Да, посередине улицы. Ну, середина улицы наша песочная была. И перекресток. Смотреть в окно. Вот какая клумба здесь красивая. Еду 1 числа в центр. И живу я в районе Западной Дубонина, нашего северного округа. Пойду отдыхать. Вот какая гостиница у нас здесь. Да, такая стройка. Ах, пойду отдыхать, чтобы 1 числа поехать мне в центр города. А куда я там долго буду снимать много. Хочется поснимать много. Свое тройное я еще буду снимать. Скоро пойду в поликлинику, вот туда. Господниковский переулок, там 5 травматологов. Так, пойду отдыхать, чтобы 1 числа мне быть в форме, готовой к длительной прогулке. Ах, какой закат солнца. Вот с этой стороны виден закат солнца, а мои окна на противоположную сторону, и там не видно. Не видно вот такой красоты. Закрывают дома новые. А, какая красота. Я очень люблю смотреть. А с детства люблю смотреть на закат солнца. Да. Ах, какой вид, какое небо. Ах, какой
как закат солнца красивый. Ах, ладно, пойду домой отдыхать. Я возле станции метро Селигерская. Да, все, пойду отдыхать, чтобы мне нужно набраться сил, чтобы 1 числа походить, погулять. Может быть, я вокруг Кремля пройду. Давно собираюсь. Гулять буду много. Снимать на фото, видео. Итак, у нас на Украине сегодня 29 июня 2020 года. Вот так у нас возле станции метро Селигерская.